Ой, хотела длинный дать. Сейчас я маленечко. Я длинный дам. Раздвину, чтобы одна в другую что не влазила. Закрыть. Да нет, говорят. Нет. Он как раз сейчас все. Попросил заснять книги эти. Угу. Вот, в каком порядке они. Угу. Радость. Так, матушка, я принес, Володя вчера принес книги, и ты их сохрани, чтобы никто не листал. Угу. Пальцы никогда не муслить. Это большая, огромная ценность. Да-да. Ты сама видишь, какие книги. Да-да. 1312 страниц в каждом томе, 7 томов. И 128 страниц святых фотографий. Угу. Ну, умножь на 7. Угу. То есть 128. Ну, короче, так, ну, сам будет подгонять. Вот какие. Это Николай Сиротин. Он это все сделал. Какого цвета я подсказал? Первое, чтобы красная была, вторая синяя, последняя белая, как флаг. Родился, думая о небе, получил награду. Бог в белом престоле. Это написано такое, Откровение 20 глава, 11 стих. Увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот это уходит, остается только небо. А это теперь раз, так, а вот это место надо другими заполнить. И стали думать как? Раз думать о небе, значит нужно зеленеть, трудиться на огороде, везде для Бога делать добро. Дальше придет жатва, это еще поспевать будет. А потом я уже он посмотрел, как к белому пристроил с этой стороны, а это вроде красное и не красное. Это он уже сам посмотрел. Какие рисунки, это все, какие надписи, так я подсказывал. Мы заказали, чтобы было закругленное, вот это вот, видишь, как, каким боком оно идет. Она тогда одинаковая по толщине. И, видишь, легко открывается. И вот видишь, как первый форзац. Книга какая? Синяя. Форзац синий. Это он все сделал, Николай. Теперь зеленый. Зеленые сливы. Так. Осень. Жатва. Пожалуйста. Жатва. Здесь что он делает? Летят птицы. Венец. Может быть мучение. Вот из-за чего она красная, но еще живой. Ну и шестая. И какая красота. Вот все как сделано. И везде закладки. Форзации. Но они выполнены. Цена, конечно, огромная, но того стоит. Вот уже сейчас у меня там Дмитрий Лемеш в Москве. Он сразу, вот этот один комплект несет самая центральная библиотека. Называлась Ленина, а сейчас Центральная библиотека Российской Федерации. Второе. Историческая, такой же комплект. Третье, там, а как называется, депутатская или как? Ну, что-то депутатов. Парламентская. Парламентская. Газеты где? А я говорю, ну ты каждый раз относишь, там все мои книги есть. Я ему тоже это бесплатно, за работу. А отсюда там они уже сделали документ. Вот я сейчас приезжаю в Барнаул, сразу звоню в краевую Шишковку, в библиотеку. Ну и скажу, что надо двоим приходить, одному не утащить. Это 15 килограмм. Каждый том вот больше 2 килограмм. Понятно. Бумага везде офсетная, это самая драгоценная бумага. Вот она какая белая. Поля самые небольшие, чтобы вошло. Сколько раз ужимали они. Вот это все проповеди идут. Проповеди. И на первое, считай, меня изобразили. Это уже он сам все делал. Я стою аппаратом и говорю, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я стою в этой фуражке. Вот. И здесь. При проповеди, какие здесь оглавления, оглавления по местам, как в каждой книге, когда какой надо в церкви говорить, а потом по названию. Ну, работали они у меня, Вячеслав Сергеевич работал в этом, Семенов, и он. А тут я не знаю, Николай Николаевич, кажется, его. И вот кое-как вместили в эту книгу, 7 томов. Ну, сейчас вот стали готовить. Ответы, как проповеди во свете Святой Библии, название. Проповеди во свете Святой Библии. Таких названий никогда не было, тем более святой. Православным это вот уже. И вот сейчас ответы, которые я давал, там тысячи ответов университета, где вел занятия, полиции,
в разных городах, в разных государствах. Вот теперь объединить все вместе, так будет и по названию. Но примерно прикинул Вячеслав и говорит, такие же книги, такого же размера, все, но только 10 томов. Вот первый я издавал, когда 38 томов, это по одному они объединили. Там не считая, что у меня там было. Это трехтомник Нового Завета, толкование блаженного Филакта и с откровением. Это тоже никогда не было. Откровение со всех святых отцов отец Геннадий Фас собрал. Это лучшее, наилучшее толкование, какое есть. Потом переиздали его, третий раз уже переиздали. Вот. Проповедь в стихах. 4 книги. Проповедь во свете Святой Библии на 7. А ответы во свете Библии на 10. То есть это Божье дело. Очень большие трудности будут сейчас с документами, это, с деньгами. Вот это вот обошлось где-то 8, наверное, с лишним миллионов. И всего 1000 экземпляров. Незнакомые люди вдруг начинают помогать. Один прислал 500 000 с Эстонии. Да хоть фамилию-то узнали, я говорю, или нет? Ему книги послать? Послать нельзя в другое государство. Но у нас есть человек, который имеет доступ. Вывозит за границу, а тех, которые против России-то. Ну и он теперь может получить. Прямо, я не могу ничего сказать. Я, конечно, рад. Вот. Господь как благословил, что у нас такие сокровища. А враги лютуют, буквально лютуют. А везде, вот сейчас был у нас тут Антоний Славгородский и Каменский, епископ. Как он поехал? Батюшку наградили там какая-то, я не знаю, как ее назвать там. Орден. А? Орден. Не знаю. Медаль. Что-то такое они там. Или медаль. Которые проповедовал, видать, где-то. Я уж не говорю про митрополита Сергия Иванникова. Здесь он очень часто где есть. Он как отец родной. Вот настолько он к нам близок, где бы он ни видел, он сразу батюшку видит, спрашивает, а как здоровье, Игнатий Тихонович? Вот один раз он мне позвонил и говорит, я свободен, приходите. И мы с ним беседуем. Я говорю, посмотрел на часы, 1:08. Я говорю, владыка, ну вы-то хоть что-то скажите. У него там, в митрополии, тут священники сидят. Ну что сказать, Игнатий? Золотые ваши слова. И проповедуйте до времени, когда Господь вас отзовет. Потому что... И вот здесь везде дается вначале первое, где как бы характеристики и прочее. Крест какой. Ну, все. Я в Америку как-то послал. Еще те, они взяли, для слова Божия нет, у нас такие книги не издают. Вот так, обрубил ее там, они считать не считают, говорит. Такую вот книгу целиком нет. А уже Вячеслав высчитал, что если каждый день 12 страниц считать, не пропуская субботу, воскресенье, ровно на 2 года. Уже тут расчеты идут, сколько буквок, все уже известно, сколько запятых. Работа проделана по милости Божией. Все. Так, ну, матушка, никого не допускай пока, сама подойди, посмотри, а когда батюшка уже примет это, ну, это он помогал, поэтому это его законная добыча. Второй, он любит Ивана этого, из Тулы, Суворова. Если нужно будет, я ему точно так второй экземпляр привезем, когда поедем. Так что с первым рейсом Володя в этот четверг послезавтра уезжает и вернется. Много у нас морковки, охота старикам, всем помочь, больным. Свекла там, еще картошка может быть даже. Картошка 500 рублей, а давно не дро. Ну вот так, я передал тебе. Ты как хозяйка для батюшки будет звонить, ты ему скажи, тебя великая награда ждет здесь. Не болей и вернись скорее. Не дай Бог тяжелое поднимет, шов разойдется и хоронить некого будет. Это, он вчера звонил, я говорю, тебе... Привет от Игнатия. Он сказал, срочно приезжай. Больше никуда не... А кто срочно приезжал? Я. Ты сказал мне, а я ему... Да, я за нее очень боюсь. После операции поехал далеко. Ну все, с Богом. Все. Скажи его. Ты пока рыбу приезжал. Прости про рыбу. Вот, это более ранний год.